Коль, я даже не представляла, что я в Сочи так популярна. Чего ты взяла? Ну, я иду, а меня все зазывают, кто домой, кто в кафе зайти, кто подвезти. Вот вчера, например, мне предложили чурчхеллу. Один чувак. И? Ну, я прихватила. Он, главное, как побежал за мной. Еще автограф, наверное, хотел взять. Может, он денег хотел? Ну, сейчас уже не разберешь, потому что он меня так и не догнал. Ой, Наташа. Веселая история такая, да. Смотрю на тебя и думаю, как жалко, что до сих пор в магазине мозг не продают. Ну, подарил бы на день рождения. Какой ты? Я? Да. Я не такой. Ай, а вот сейчас, знаешь, выйдут люди, у которых такие истории. И, ну, я надеюсь, смешные. Да, не такие, как у тебя. Ой-ой-ойшки. Ой, да, но зато они эти истории просто, не просто рассказывают, они в них живут. Это два великолепных артиста. Встречайте, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко! Спасибо большое. Дорогие друзья, ну вот мы встречаемся здесь, в этом замечательном городе, в этом замечательном зале, уже когда заканчивается отпускной сезон, да? Уже вот остались, в общем-то, последние теплые денечки. И сейчас все уже отдохнули и думают, куда же ехать отдыхать зимой. Но перед тем, как куда-то ехать отдыхать, нужно обязательно определиться с туристическим агентством, потому что разные бывают варианты, да? И вот сейчас мы вас приглашаем в одно из самых лучших туристических агентств. Здравствуйте, дорогой! Здравствуйте! Вас приветствует лучшее в городе туристическое агентство Турдом Тревел. За ваши деньги мы отправим вас в рай. Слушай, поближе меня нельзя куда-нибудь отправить? Вы шутник. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Не волнуйтесь, мы уже тысячи, десятки тысяч людей отправили в разные точки планеты, и никто еще не вернулся. Жалобами. Итак, я вас слушаю. У меня скоро отпуск. Замечательно. Я хочу, чтобы вы меня послал куда подальше. Дорогой мой, посылать – это наша профессия. Девиз нашего турагентства – давай обнимемся у трапа, мы не увидимся уже. У нас огромное количество туров, мы обязательно что-то подберем. Итак, приступим. Вы с женой? Нет, я на отдых. Понял. Тогда я вам предлагаю вот замечательный вариант. Таиланд. Море, солнце, пальмы, крокодилы. Вы живых крокодилов когда-нибудь видели? Видел. Теща к нам часто переходит. Ну что ж, так что Таиланд оформляем? Оформляем. Замечательно. А верблюды там есть? Нет, дорогой, не волнуйтесь. В Таиланде нет ни одного верблюда. Жалко, что нет верблюда. Клянусь, честное слово. Ах, жалко? Жалко верблюда. А, так вы бы так сразу сказали. Хорошо, тогда мы Таиланд отставляем. Отставляем. А вот замечательный вариант. Бермуды. Море, солнце, пальмы, серфинг. У вас же есть доска? Есть. Дома на диване телевизор смотрит. Ну вы шутник. Нет, это другая доска. Доска для серфинга. Представьте себе, вы бежите по белому песочку, подбегаете к воде, бросаете доску на волну, сами прыгаете сверху и... Ну? Ну? Что? Что? Оформляем? Оформляем. Замечательно. А верблюды там есть? Какие верблюды? Тупорылые. Ладно, хорошо. Ладно, бермуды тоже оставляем. Следующий. А вот. Вот какой замечательный вариант. Гоа. Ну? Ну? Что? Что? Да? Да. Угу. А это где? Это Индия. Представьте, море, солнце, пальмы, песни, танцы. И... Дил се дил ки бат хо гаи.
Ну, что? Оформляем? Оформляем. Замечательно. А верблюды там есть? Понимаете, в Индии верблюды особенные. Они, знаете, такие худые, коричневые, с рогами и называются коровы. Что ты меня лагман на уши вешаешь? А то я не знаю, корова у меня в офисе на работе 33 коровы сидят, кофе пьют и с быками по телефону мукают. Он меня будет рассказывать. Уважаемый, вот, пожалуйста, смотрите, вот вам карта. Да, ткните пальчиком, куда вы хотите. Сюда! Сюда? Да. Нет, я бы туда вам не советовал. Почему? Там, где вы показали, в прошлом году аборигены съели туриста. Это очень мне интересно. Да. Поставь пятичка, я туда тещу отправлю. Так, ладно, хорошо, куда же, что же вам... А вот, подожди, как я мог забыть? Как мы мог забыть? Какой вариант? Какой... Эксклюзив. Экзотический тур на Таймыр. Представьте. Жалких 12 тысяч евро. Перелет бизнес-классом в грузовом отсеке. Все включено. Пурга в постель, моржи в постель, пробежки с белыми медведями. Сколько это будет? 12 тысяч евро. А, 12... а что-нибудь подешевле у вас есть? Подешевле? Да. Насколько подешевле? Ну, где-то за 300 евро. За 300 евро? Да. За 300 евро есть пеший тур на Таймыр. О, а пешком на Таймыр далеко? Нет, что? Вы так выйдете из офиса, да? Значит, весь сентябрь прямо, в феврале направо. Слушай, а у тебя есть какой-нибудь такой, да, такой горячий? На какую сумму? Без ограничений. А, конечно. За 20 евро. И чтобы были верблюды. За 20 евро? Да. Закройте глаза. С вас 20 евро. Слушай, ты зачем на меня плюнул? Да потому что я не знаю, что вам уже предложить. Вам ничего не нравится. А если поднапрячься? А вот, подождите, вот, я чуть не знаю. Какой замечательный вариант. О, какой замечательный вариант. Африка. И... Верблюды в Африке есть! О, а они тупорылые? Они такие тупорылые, они самые тупорылые в мире. Они одногорбые? Они такие, они самые одногорбые в мире. А мне нужно двугорбые! Мужик, да какие проблемы? Подходишь к верблюду, берешь лопату, хрясь по спине, вот тебе двугорбый. Хрясь еще раз, вот тебе трехгорбый, что ты уперся в этих верблюдах. Слушай, да ты пошли меня уже куда-нибудь подальше. Да иди ты знаешь куда. Туда не надо. Меня туда уже все турагентство посылал. Я их понимаю, что ты уперся в этих верблюдах. Понимаете, меня мой жена уже 20 лет говорит, что я верблюд тупорылый. Я хочу поехать увидеть этот животный твар и убедиться, что я на него не похож. Да какие проблемы? Можно же в интернете посмотреть. Заходим в интернет, набираем верблюд тупорылый и все, и смотрим. Твоя фотография выскочила. Не хочу верблюд тупорылый. Хочу, чтобы ты меня послал туда, где водятся долбодятлы. Долбодятлы? Да. А так тебя кто называет? Коллеги на работе и вся семья. Уважаемый, да? Я вам сейчас предлагаю очень короткую, но очень познавательную пешеходную прогулку. Да? Я сейчас пойду к ядрене фене. Я там еще не был. А вы быстренько за мной. А? Ну.
Ну? Что? Что? Идем? Идем. Пошли. Ашику Мутумара. Ашику Мутумара. Мебанне Хапурана. Ашику Мутумара. Спасибо! Спасибо большое. Спасибо. Владимир Данилец, спасибо. Владимир Моисеенко! Спасибо! 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 Спасибо.